Это был плохой сон. Ты уже проснулся? Да, я нашел много всяких штук. Идем, тебе понравится. Пошли посмотрим. Всем ку, ребят. Идем. Что это за звук? Идем, зайчик, идем. Лукас, за мной, увидишь. Ладно, хотя бы проснусь. Надеюсь, там дробовик. Здесь вниз. Слишком много серы. Солнце подавляет луну, а не дополняет ее. Лукас. А, вот вы где. Как спалось? Да какой тут сон? Конечно, лаборатория в плохом состоянии, но она вдохновляет меня. Еще чуть-чуть, я завершу великое дело. А ты? Ты можешь мне помочь? О, да-да. Что надо делать? Амисия, подай мне флакон со стола слева от меня. Ладно. А я? Дай помогу. Для завершения нам нужен свет. Хьюго, иди за свечкой. Легко. А этих свечек тебе мало? Так, давай сейчас заберем еще. Вон что-то лежит. И вспомни, какое тут управление. Ага, вот. На таб зажать, понял. Так. Так, давай посмотрим, что мы можем делать. А мы ничего не можем делать, да? 5, 6. Вроде бы пока нормально. Вроде бы пока нормально. Ладно, пошли. Что ты для нас приготовил? Так, погоди. А это что у нас? Здесь жили алхимики. Думаешь? Возможно, и Лаврентий тоже. Ох, похоже, это она. Так и в карман, да? Все? Так, держим. Держи. Что-нибудь еще? А, да. Концентрат лаврового сока. Он у меня за спиной. Сейчас принесу. Что такое великое дело? Ты готовишь пирог? Это эликсир, что... Слышь, ЧСВ-шник, а ты сам не мог себе это... Маяк для носителя макюла. Подать. Я открыл его ночью. Вот. Хорошо. Так. Слезы ангела. Вершина алхимии. Эликсир. Хью. Вау, великое дело. Этого не должно быть. Промежуток должен да быть, ладно, согласен. Лукас. Мне кажется, тебе пора отдохнуть. Как думаешь, Хьюго? Молодец, Лукас. Ну, пьем колдун. Амисия, идем. Уже иду. Гендальф серый, да? Так, где мы идем с тобой? А ну, показывай. Так, не спеши, Хьюго. Кстати, ты не видел Мили? Нет. Наверное, она уже ушла. О, нет, я хотела прощаться. Эх, я ответил бы, конечно, по поводу нет. На Хьюго ответ, ну ладно, не буду. Надеюсь, вы догадались, о чем я. Так, а давай посмотрим, хватит ли нам материалов, чтобы немножко что-то тут улучшиться. Вот, есть. Меньше шума при беге и уклонении. Ага, давай. Неплохо. Отлично. Совсем неплохо. Согласен. Так, давай еще посмотрим, что у нас тут есть. По-любому сейчас где-то лежит, да? Ага, вот что-то лежит. Так. Веревочка. Какая красота, лепота. Но нет. Да я понял. Погоди, не кричи на меня, женщина. Пойду, когда сам захочу. Придется потрудиться. Что ты, Хьюго, что ты хочешь мне показать? Ух ты, похоже, этот замок веками стоял пустым. Вау. Амисия, давай вместе. Что, развлекаетесь? Думаю, инквизиции тоже весело. Мили, мы думали, ты ушла. Идем. Надо поговорить. Даже поорать нельзя. Дай сюда. В большой семье, как говорится, не щелкают. Что случилось? Такое? Замок превратился в руины. Для вас это очень кстати. Этот замок строили опасные ребята, так что не дурите. И все будет хорошо. Значит, ты пойдешь за Артуром? Если нужна помощь... Это мои проблемы. Ты слышала то же, что и я.
Эти псы из Инквизиции потащили ее в бастион. Я знаю, где мой брат. И я его найду. Амися, смотри! Слушай, насчет Хьюго. С ним, конечно, непросто, но поверь мне, оно того стоит. Он тебя спасет. Братья же всегда нас спасают. Даже если иногда их прибить хочется. Знаки, Амисия! Понимаю тебя. В любом случае, не уходи, не попрощавшись. Это не в моем стиле. Амисия, идем! Иду. Ты что-нибудь нашел? Все, донде стала библиотека. Пошли. Внизу картинка. Какая картинка? Которая в столовой. Я покажу, идем. Сейчас приду. Идем. Как шкет быстро меня бегает, скажите, пожалуйста. Смотри, те же знаки. И правда, может, это герб алхимиков? Видела дерево. Дерево? Давай, сюда. Давай. Вернись! Куда ты? Ты нашел новых друзей? Да! Амисия? Не знай, что я болен. Нет. Блин, а малому все хуже и хуже на шее, видите? Послушай, мы придумаем, как тебя вылечить. Тем более с нами Лукас и Мили. Лукас, смотри, тут бабочки. Кажется, кому-то страшно весело. Оно растет. Да, макюла в его крови развивается. В книгах написано, что у этого процесса есть несколько стадий. И на пороге каждой из них носитель может погибнуть. Сколько у нас времени? Очень мало. Хьюго приближается к первому порогу. Мой мастер и твоя мать пытались замедлить этот процесс. Как? Что они делали? Они работали над сложным эликсиром, который дал бы ему время подготовиться. Ты знаешь, как его приготовить? Они знали больше моего, но в своей работе они опирались на одну книгу. Сангвинис и Тенера. То есть с книгой ты, может боюсь, быть... Что нет. Сангвинис и Тенера – опасная книга. Ее запечатали вместе с другими трактатами в подземелье их университета. Идти за ней будет нелегко. Точнее, это будет самоубийством. В обычных обстоятельствах – да, но сейчас кругом хаос. Возможно, у нас есть шанс. Я знаю это место. Там неподалеку держит моего брата. Если ты хочешь рискнуть, я могу провести. Спасибо. Ладно, пойду собираться. Когда будешь уходить, загляни ко мне. Для этого тебе понадобится снаряжение. Я все подготовлю. Хьюго, прости, но мне правда нужно идти. Не волнуйся, я буду с Лукасом. Отлично. Я скоро вернусь. Идем, достанем эту книгу. Чего бы нам это ни стоило. Так. Отправляться с ней. Хорошо, побежали. Ну, наконец-то. Ладно, идем. Держи. И еще кое-что. Однажды Лаврентий мне сказал, что на пути книги раскиданы розы. Так что гляди в оба. Розы. Хорошо, попробуй их найти. Ой, не люблю что-то искать. По-любому сейчас какую-то одну розочку не найдем. В тени крепостных стен.
Первое правило выживания — бей прямо между ног. А по голове не быстрее? Ты слишком добрая. А вот и городской вал. Так, пошли. Давай, иди вперед, я за тобой. Что там за толпа на мосту? Так, присели. Это местные. Их вывозят. Дай угадаю, здесь тоже укус? Именно. А где укус, там и... Инквизиция. Ты моя умница. Да ты что, ты пристаешь ко мне, да? Нет. Не? Ты знал его? Я думал, мы вареничками потрёмся. Я с ним как-то работала. Ну ладно. Ловкий был парень. Значит, вот какое наказание за воровство. Смерть. Я не хочу найти Артура уже в петле. Идем. Быстрее. Идем. Ладно, я открою дверь и пойду спасать Артура. Хорошо. А как найти университет? Это огромное здание в конце города. Не ошибешься. Как ты думаешь, мы еще увидимся? Надеюсь. За тобой должок. Черт. Так что не смей помирать. Сделаю все, что смогу. Да, без проблем. Примем грязовые ванны. Ага. Давай иди. Иду. Все, пока-пока. Удачи. Спасибо. Дорогие, ведь знаю, что если останутся, умру. Думаешь, они уйдут по собственному желанию? Ладно. Так, а давай теперь надо будем смотреть, город наш. Дальше все куда нам быстрее идти. Эти ублюдки! Что они делают? Без понятия. Но я предлагаю еще параллельно пробовать лутаться. Нам в любом случае нужно будет потом прокачиваться. И нужно будет улучшаться. Так, чего нам не хватает? Что это такое? Снарядом по шлему. Ага, это шлем забивает, это огонь делает. Это. Так, давай, наверное, мы с тобой сделаем еще огненную штучку. И все, и пойдем. Вот здесь, я надеюсь, не надо мне ходить на цыпочках. Так, присели. И пошли. Вау. Похоже, университет там. Угу, там, где светится, да? Этот свет. Он мне не нравится. Ладно. Так, ладно. Это, конечно, далеко. Но ты справишься. Вперед! Ну, вперед, вперед. Эй, там! Последнее предупреждение! Мы вас сейчас сами вытащим! Тихо. Тихо, 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 тихо. Чертовы богатей! А ты в шлеме, да? Я смотрю. Интересно, мне нужно их мэкнуть или нет? Куда нам идти, я так и не понял. Так, хорошо, ты уходишь. Ну и уходи. Отлично. Осторожнее. Предупреждаю, именем великого инквизитора Виталия введено военное положение. Город переходит под управление инквизиции. Всякий, кто останется в городских стенах, будет арестован и немедленно казнен. Военное положение? Что за вздор? Почему сейчас? Без понятия. Так, давай возьмем палочку. Надеюсь, ты не вернешься? Или вернешься? Блин, ты вернулся, падла. Так, а ты в шлеме, да? Можешь реально его мэкнуть? Или нет? Просто если его мэкнуть, будет, я думаю, получше. Немножечко поспокойнее. Так что давай, наверное, мы с тобой вернемся сюда. Я приготовлю эту штуку. Вот эту вот, которая снимает шлем, он остановится, и мы его лузгнем. Т-
Так, раз. И... И два. Все, хорошо. Теперь можем спокойно пройти с вами. Потому что реально он бы нам бы мешал бы. Так, хорошо, 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 хорошо. Это мы бросаем, а тут перелазим. Давай, 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 быстрее, пока месяц. Крыски не напали. Тихо. Оставьте меня в покое! Вон! Блять! Возьмешь тут что-нибудь, когда у тебя под ногами полчища крыс. Тихо, 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 тихо. Ты бы еще погромче поорал. Ты же знаешь, что Николай делает с мародерами. Ах, погряный монах греется в бастионе. А все наши занимаются тем же, чем и мы. Пойду пошарю со своим домом. Да, давай, сходи. Может, я отдохну. Так, раз. Два. А этого мы сбреем, когда он будет идти с лампочкой к нам. Ой, а я что-то не то сделал, да? Или то? А как я теперь пройду? Ага, то есть мне надо было, короче, его подманить. Мне надо было его подманить. А, нет, не надо было. Хорошо. Все, я думал, я уже... Думал, уже не пройду. Так, крыски, давай. Уходим. Угу, инвентарь полный, инвентарь полный. Так, бросаем, забираем. И смотрим, что мы можем сделать. Давай, наверное, вот такую штуку. Ага, нельзя, да? В рюкзаке мало места. Все, отлично. Отлично, и огонь делаем. Все, побежали. Так, что это начинается? Что там вы потащите? Туалет и стиралки, да? Понятненько. Говорил же, что не успеем! Ну, как же папины вещи? Ты видал, что они с людьми делают? Надо уходить, если инквизиция нас цапает! Чисто на освободителя, да? Стиралок и унитазов. Сейчас везде так. Но с другой стороны, крыски нам помогают. Ну, то есть меньше инквизиции здесь ходит. Все, давай пробежим. Я не знаю, где я нахожусь, но я все еще жива. Сиди тихо и не высовывайся! Что происходит? Нет! Это ж мой муж! Был твой муж! Так, тихонечко. Боже! Одна я не уйду! Я не могу! Так, что мне нужно делать? Заткнись! Прости! Прости, 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 прости! Он прав, Анна! Я заранее! Уходи, я за шум! Какой шум? Ты о чем? Все, все, все. До побачення. Так, отлично. Пока крыски кушают, мы пробежим. Так, надеюсь, это нам пригодится. Хорошо. Когда все это кончится? Когда мы с тобой пройдем полностью всю игру? Я рассчитываю, конечно, на хороший финал. И надеюсь, мы... Их всех казнили. Сможем спасти брата. Но зачем? Зачем вы это сделали? Он был хорошим мальчиком. Твоего сына вздернули за неподчинение. Он просто перепугался. Мы же собирались уходить из города. Все, хватит. Ты мертвецов видал? Так, дай сюда. Ага. Блин, а нам розы надо искать еще какие-то, да? Помолись за сына и за инквизицию. Внизу слишком много крыс. Я туда не пойду. Надо сначала их отвлечь. Только какие розы?
Так, отвлечь. Окей. Кого нам скинуть? Кого нам скинуть? Ага, вот кого. Еще один упал. Кто-то там внизу празднует. Так, пошли. Так. Спокойнее. Отлично. Все липнет. Фу-фу-фу. Так, давай встанем и посмотрим. И куда нам идти? Ой. Так, нам нужен огонь, во-первых. Во-первых, присесть. Так, во-вторых, нужна такая штука, чтобы сбить ему шлем. Ублюдки! Вы опять напакостили, не так ли? Тихо. Эй, ты! Все. Получилось усыпить его. Тихо. Я хотел, конечно, сбить ему шлем, но получилось его просто усыпить. Так, зато мы что-то залутали с вами. Я так понимаю, нам нужно идти туда, где крыски, да? Надеюсь, правильно. Надеюсь, я иду. Правильно, либо неправильно. Нет, неправильно. А что не так? Ага, вот сюда и нужно идти, понял. Все. Тихо. Давай. Умничка, ну давай смотри, что мы можем с вами... Ага, мы не можем закрафтить, потому что у нас в руке эта палочка. Что у меня под... Фу! Не смотри! Не смотри! Так, не смотрю, не переживай. А куда? Прямо, налево? Я отверг своей вере! Как сказано в Писании, одыгнем, одлугнем. Так, вот эту вот штуку нужно сделать... Давай. Берем камушек. И минус. Так, а здесь нужно будет с вами подпалить. Все, отлично. Тихо. Все, никак не привыкну, что она отпрыгивает. Во время того, как я подхожу близко. Так, у тебя же здесь ничего нету интересного. Вроде нету, да? Или что-то светится? Ну ладно. Бегим. Так, налево, направо, сюда. Получилось. Ох, но запах этот я никогда не забуду. Все, прошли. Думаю, можем пробежаться, правильно? Немножко. Университет! Видишь? Надо идти! Кладбище прямо на пути. Вижу. А с кем ты разговариваешь? Я очень не хочу через него идти. Наверное, здесь его поставил инквизиция. Он, похоже, крутится. Умно. Великий инквизитор дел на пути не бросает. Ага. Во. Побежали. Так. Ну, навряд ли, наверное, мы насобирали с вами... компонентов, чтобы прокачаться. Ну, давай посмотрим. Да. Еще не хватает. Мне интересно, а эти материалы, которые я собираю и трачу на создание вот этих разных штук, на вот эти, они тоже, типа, суммируются? Отбрось пару монет. Нет! Так, кто там? У вас у всех есть что-нибудь ценное. Я уверен, что-нибудь найдется. Ну же, Амиси, сделай же что-нибудь, давай. Давай. Что? Да, побачня. Получи свое. Падла. Все. Так, забрать. Прикольные штуки, вот эти фонарики. Все, отлично.
пошли. Все, крыски. Пока-пока. Надо уходить. Магистр! Эписангуис! Так, посмотрим. Прекрасно. Простите за дерзость, но мы знаем, что его берут из крыс, только зачем он? Это называется Адорис. Нихера себе. О! Это лишь одна из возможностей Эписангуис. Если его смешать с серой, но нужен он нам не затем. Но чего ж мы его тогда не раздадим нашим парням, а? Это же... Он слишком дорог. Каждый кристалл Эписангуис нужен для выполнения наших замыслов. Кроме того, в таком виде он пару раз послужил причиной, как бы это сказать, прискорбных происшествий. Доставь это в бастион. На сегодня достаточно. Прискорбных происшествий? Прикинь, это же жена ноги попадет. Патруль потом на жопе ходить будешь. Да, надо забрать эту жену себе. Ладно. Что это? Надо взглянуть поближе. Думал, жижу мы себе заберем. Это просто кладбище. Так, здесь мы что-то у нас много всего. Давай, наверное, сделаем вот этой штуки. И вот этой штуки. Этого мы не можем. Ладно. Так, забрать, забрать. Чего это они там копошатся? Не знаю, сейчас посмотрим. Так-так. О, кристаллы. Так это и есть Эписангуис. Точно. Эписангуис и сера. Растереть и смешать. Так, так, отлично. Теперь посмотрим, что получилось. Спасибо тебе, Лукас. Так, я по максимуму сделал. Вроде бы по прокачке у нас с вами еще более-менее нормально. Ну, то есть я говорю именно конкретно за вот эти вот моменты. Ага, сумку, да, я могу сейчас улучшить? Да, я могу сумку улучшить. Нужно будет найти с вами этот, как его, стол для крафта. Так, Эписандрус, это Эписандрус. Все, до побачення. Получилось. Это спасет мне жизнь. Надо еще. Помни, действует он недолго. Понял, понял. Так, нажмите Ш для стола улучшения. Ну, а я же не могу здесь его сделать без этого, как его. Без столика для улучшения. Тут его нету, к сожалению. Так, куда нам нужно? Ну, явно, наверное, не сюда, да? Опять трупы. Да, явно не сюда. Нам нужно, значит, идти вперед. И пробегать до следующего фонаря. Так, хорошо. Давай, наверное, куда-то вот сюда. Шикарно. Шикарно, шикарно. Туда. Похоже на выход. Ну же, не так уж далеко. Да я понял. Тихо. Не нервничай. Все, бегем. Здесь высоко. Надо как-то туда забраться. Только как? Так, давай, наверное, мышек мы сюда, да, отключим. А сами пособираем. Так, кто это? Камушки, хорошо. Все, отлично. А куда мне направлять тебя? Куда мне тебя направлять? Может, сюда?
Телега. Если ее притащить, я могу на нее забраться. Какая телега? Кто телега? Где телега? Где телега? Так, а ну. Давай. Все, до побачення. Какая телега? Где она? Ага, она вон телегу, да, видит? Она за ту телегу говорит. А как мне ее... Как мне ее с вами... Наверное, как-то так, да? Только самое... Ой-о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 й
мышки-крыски не дадут же мне возможности это сделать. Реально не дадут. А я не знаю, насколько времени хватает этой штуки. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Ребят, полегче, полегче. Я-то пробегу просто телегу, понимаете? Она сильно долго это делается. Честно, без понятия, куда его тут. Ладно, допустим, вот так. Допустим, вот так. Сюда и пройдем, нет, сюда не пройдем. Тихо. Вы чего? Так. А Дорис их надолго не удержит. Нужно запереть их раз и навсегда. Каким образом? Тихо, пусти. 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 А, я понял. Все, ребят. До меня вдруг дошло. Сейчас мы сделаем. Все. Теперь они явно не выберутся. Так, думай, миссия, думай. Ты можешь направить крыс в любую сторону. И надо загнать их в угол. Все, загнали. Мы с вами справились. Отлично. Давай, наверное, пока мы ничего крафтить не будем, улучшим себе сумочку, а потом уже пойдем по улучшениям. Так, главное, не застрянь, пожалуйста. Главное, не застрянь. Так, мы ж тут пройдем, правильно? Да, мы тут пройдем. Было очень громко. Да, нормально. Еще немного. Все, пускай. Мы с вами молодцы, справились. Вот видишь, получается, почти готово. Так, можно ли мне 100 для улучшения? Либо нельзя. Так, сколько мне этой штуки осталось? 4. Боже, что здесь случилось? Я все ближе. Крица, выгадай с 3 раз. Надеюсь, книга существует. Так. О боже, больные. Они их перерезали. Крысы! Они спустили крыс! Помоги мне! Я не могу! Извини! Невероятно! Они натравили крыс на больных! Так, что это? Ага. А здесь у нас что? Хорошо. Давай, наверное, еще одну штучку такую сделаем, да? Все, хорошо. Отлично. Мерзкие твари. Все пищите, да зубищами щелкаете. Сказать, что... Дорис, можно попробовать.
В бастионе будете визжать по-настоящему. Неплохо. Неплохо. Прикольная почему? Штука. Потому что слишком поздно для тебя. Считай это милосердием. Но не беспокойся. Остальное... Что это? Зачем его в воду столкнул? Сказали бы, всех на ту сторону. Тихо, тихо. Он все равно туда не хочет, потому что там... Вот я вас и поймал. Стоять. Тихо. Тихо. Давай еще, еще. Все, хорошо. Я думал, придется заново переигрывать. Отлично. Не знаю, может, не надо было его, конечно, трогать, но... Но уже сделали. Так, давай эту штуку. Давай еще. Давай еще немножечко сделаем. Так, а куда мне вас отвлечь? Давай, наверное, сюда, да? Почему они все еще здесь? Эписанг из клетки. Они не просто уводят народ из города. Будем тут торчать. Будем заражать друг друга, покуда до самого великого инквизитора не дойдет. Тогда точно никого не останется. Где спина? А? Погоди, а ты в шлеме, да? Эй, там! Да, ты в шлеме, ну, мы тебя сейчас мэкнем. Все. Все-все-все, хорошо. Так, забрали. Давай сделаем еще одно. И здесь еще одно. И все. И больше не можем. Так, надеюсь, на прокачку сумочки нам хватит. Ага, нам не сюда, да? Нам надо, наверное, их сюда привлечь, а потом запечатать. Давай попробуем. Так, оно. Все. И запечатываем. Блин, падла. Не получилось их запечатать. Ладно, тогда потратим одну штучку. А сами пробегим. Эй, ты! У меня внутри все горит. Что мне делать? Я не знаю. Воды. Муравью нет, приделать. Не пей это! Оу, наелся это теперь кошмар. Запей, да? Ну же, будь храбрый. Университет уже совсем близко. Нормально, справимся. Справимся, справимся. Я думаю, если еще лайкосики и подписку оформят, то будет еще лучше, да? Тогда мы справимся еще быстрее. Так что, ребят, Виталий, не стесняйтесь. Мясник, который устроил этот беспорядок. Кровь родителей тоже на его руках. Так, хорошо. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу. Так, мне нужен камушек. Нужна эта штука. Все. А соседнему все равно, да? Что тут происходит, я так понимаю. Вот я до вас и добрался. Ой-ой-ой. Тихо. Стопэ. Ну чё? Давай, попробуй теперь сбежать. Через плечо. Ё-моё. Ё-моё, ё-моё. Окей, понял. Так, давай, 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 давай разбираться. Ага, окей, так, мне нужен камушек. Мне нужен камушек, который мы всю... Да, все. До побачення. Сейчас залутаемся. Все, отлично.
Может попробовать их просто отвлечь как-то. Не трогать их. Так, что мы можем с вами наделать? Так, давай эту штуку одну. Эту штуку вторую. Это мы заберем. Так, а если я... Нет, не то. Не туда, не туда. Вот эту вот штуку. Если мы сделаем вот так. Да что за шум? Иди посмотри. Все. Нас тут нету. Ты ж нас не видишь? Нет, не видишь. И все. Ничего. Пусто. Конечно, ничего. Теперь самое интересное, как мне... Ага, у тебя по нулям, да? Тебя по нулям, а камушек тебя не отвлечет, да? Да, камушек тебя не отвлечет. Если я пройду, то ты меня заметишь. Зря, наверное, это сделал. Загнал сам себя в тупик. А если сделать... Вот, тихо. Если сделать вот так... Угу. Все равно не работает, да? Блин, ну ты же заметишь, да, если я так пройду? Что это? Никак не разгляжу. Я до тебя доберусь. Вот увидишь. Все. Не рыпайся, тебе конец. Так, хорошо. Что они тут вообще делают? Не знаю. Надо было прятаться лучше. Тихо. Нужно их найти. А нас тут нету. Нас тут нету. Как ни ищи. Все, давай, заканчивайся. Все, хорошо. Думай, сколько еретиков обратились против него. Отлично, а теперь как мне пройти? А их же не отвлечешь, да? А они с этими, как его, с щитами. И мои вот эти вот штуки все бесполезные. И крыс тут тоже нету. Хорошо, давай что-то думать. Может, сюда пройти можно как-то? Так, там что-то светится. Ага. Во, отлично. Отлично. Путь усеянный розами. Во, значит, это в домике, да? Розы должны быть. Так, книга. Вспомни. Лука сказал, что она в подвале. Путь усеян розами. А откуда тут розы? Действительно. Так, забрали. Хорошо. Хорошо. Налево, направо. Заперто. Окей. Так, забрать. А можно мне стол для исследования? Хорошо, давай налево пойдем посмотрим. Ах, невероятно. А где все книги? Ну да, иди мне искать книгу. И что за розочки тут должны быть? Но явно нам выходить еще рано. Окей, побежали обратно. Так, давай, наверное, сюда, да? Думаю, так более безопаснее будет. Так, закрыто. Окей. Не влазит. Закрыто, да? Да. Хорошо. Давай посмотрим, что мы можем сделать. Давай, раз.
И давай два. Все. Шикарно. Так, а это у нас... это у нас тоже закрыто. Хоть кто-то розочки видит или нет? Цветы! Да тут есть розы! Я на верном пути! Ага, вот эти вот розочки. Сколько мы уже здесь торчим? Тихо. Я потерял счет дням. Да уже где день, где ночь, не различаю. Сидим тут запертые. Все скоро закончится. Виталий сюда притащит парня, который откроет... Там нет крыс. Сидели тут, значит. Странно. А теперь еще и сам великий инквизитор на подмогу заявится. Ох, что-то будет. Так, у нас теперь по максимуму это все. Угу. Ну тут у нас получается можно тебя камушком, да, мэкнуть. Хорошо. А твоего друга с помощью вот этой вот штуки. Так, куда нам нужно двигать? Куда нам нужно двигать эту штуку? Так, забрать, забрать. Отлично. Наверное, сюда куда-то, да? Где подсвечивается, да. Сюда нужно тебе и двигать. Интересно, с какой целью их вообще сюда притащили? Все, отпускай. Нормально. Нормально, нормально. Так, сейчас, секундочку. Все, побежали. Так, пусть книжка будет здесь. Ну че, алхимик, хватит тебе книг или еще притащить? Ежели умеешь читать, книг всегда недостаточно. Тут сплошь языческая дрянь. Сангвиния Сетенера — это священная книга. Ее знания восходят к заре человечества, и они могут спасти нас всех. Ой, начинается такой вот. Так, их там книга. Трое. Сангвинис и Тенера. Они тоже ее ищут. Надо торопиться. Не торопись-ка. А то еще успеешь. Так, что мы будем делать? Мы просто пройдем, да? Мы не будем с ними сражаться. Или будем? Так, слышь, тело, а ты не хочешь отойти? Во, хочешь, да? Только что-то далеко ты не отходишь, хорошо? Это что у нас? Это что-то непонятное и нам не нужно. Так, надеюсь, ты нас здесь не заметишь. Как думаете, мэкнуть его? Нам туда, в эту дверь нужно. Как думаете, камушком мэкнуть его? Или не стоит? В всяком случае, ёбаные крысы... А вот и розы. Я на верном пути. Так, хорошо. Ты кудой? Ты тудой, да? Знаешь чего? Чего? Если он так со мной будет говорить, я ему какую-нибудь книжку в пасть запихаю. Правильно. С красной обложкой, раз он их так любит. Книжка. Очередная прекрасная идея наших мудрых алхимиков. Куда они? Помяни мое слово, они мутные ребята. Правда. От некоторых уголков бастиона лучше держаться подальше. Ну давайте, бегом отсюда. Бесит. Ну же. Ой, давай не будем об этом. Все. Отлично. А теперь мы делаем как? Вот так, да? Что случилось? Вот. Все, минус два. Шикарно. Шикарно 3000, я бы даже сказал бы. Все, хорошо. Только теперь как нам пройти через это все?
Наверное, как-то вот так, да? Ага, а вам все равно, я смотрю, да? Я смотрю, вам все равно. Это дрянь. Она что, вообще везде распространяется? Так, окей. Блин, ну... Шевелись, кузнец! Для тебя есть работенка! Этому надо было мэтнуть все-таки того. Видно, Виталий тратит время на то, чтобы ловить вот таких попрошаек. Чела, который книжку ищет. О, ладно. Может, они хоть дверь наконец откроют. Как крысы это сделали? Ты только представь, какая селища нужна. Представляю, что бы они с твоей рукой сделали. Теперь им эта дыра ни к чему. Они сами ее завалили, видишь? Эти ублюдки знают, что делают. Так, примерный план действий у меня есть. Сейчас мы попробуем с вами сделать вот так. Я что-то слышал. Скоро вернусь. Да, Береги давай, себя. Сходи, посмотри. А потом направим на них крысок. Все, бонжур. Бонжур, бонжур, бонжур. Так, а мне нужно туда пройти. Ага, а давай, наверное, мы крысок подзовем к ним. Мы же сможем это сделать, правильно? Это ж так сработает. Да, это так сработает. Я бы тебе сказал бы, где. Но боюсь, YouTube не одобрит. Такие мои высказывания. Что-то я давно не вижу роз. Надеюсь, я не сбилась с пути. Я тоже на это надеюсь. Блин, где стол для... Это как его, для крафта? Вот стол для крафта, отлично. Наконец-то. Дай мне прокачаться. Я могу и карман себе сделать, и сумку. Так, позволяет быстрее перезарядить. Да, давай, наверное, быстрее перезарядка. В любом случае, нам нужна... Это упростит мне жизнь. Алхимия. Сосуды. Сосуды, сосуды. Это что у нас? Карман. Помещается по 16 материала каждого типа. Либо... Да, давай, наверное, сюда. Да гораздо Отлично. Лучше. И сюда. Наконец-то. Лишним не будет. Инструменты. Мне что-то тут не хватает. Окей. А может, тут можно собирать... Того, чего нам не хватает. Во, теперь запас немножечко побольше. Сейчас это заберем, посмотрим, может получится еще что-то прокачать. Так, отлично, отлично, отлично. Так, инструменты, да? Так, снаряды отвлекают ближних фрагментов, бла-бла-бла, более. Давай попробуем. Вуаля, как раз это мне и нужно. Все, отлично. Давай смотреть. Что мы тут можем сделать, а больше ничего у нас не хватает. Хотя, вот эту штуку можем приготовить и огонь. Ага, все. Ну, я доволен, прокачались. Только не говоришь, что это пьешь. А, он переливание себя делает чистой крови. Есть новости. О молодом Хьюго де Рун. Капитан Николай продолжает поиски. В таком случае поможет нам с поисками книги только один человек. Это сын кузнеца. Вы с отцом изготовили эту дверь. Сейчас
ты ее мне откроешь. Нам велели сделать эту дверь как раз для того, чтобы подонки вроде тебя... Я великий инквизитор Виталий из Беневенто. Ты понятия не имеешь, как я страдал. Гляди, как я страдаю. Ради тебя. Быстрее. Писангуист. Как тебя звать, мальчик? Ля-ля, он вам на Бункерова не похож. Родрик. Я бы сказал бы по-другому, но... Я думаю, хочу, чтобы Родрик испустил дух. Думаю, вы поймете, о ком я. Как откроет эту дверь. Не повторяйте ошибку, которую допустили с его отцом. Ля-ля-ля. Освободитель. Увидите. Куев. Да? Я думаю, примерно как-то так он и живет. Так, ладно, давайте поможем сейчас кузнецу. Быстрее, только бы их не упустить. Даже когда великий инквизитор говорит о спасении ближнего твоего, ты не можешь... Так, а что делать? Как перепрыгнуть? Родрик, похоже, у нас у обоих проблемы. Его кровь слабее. Как перепрыгнуть? Так долго не может быть. Ой, ё-моё. Это же не... кто-то есть. И... Вы кто такие? Стража! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой, ребят, ой. Короче, эта серия будет у нас возрождение и перерождение. Ну, ладно, я же не знал, что они там будут сидеть. Я думал, надо по-быстрому это все сделать. Ну ладно. Родрик, похоже, у нас у обоих проблемы. Его кровь слабеет. Как долго Писангуис сможет сдерживать укус? До тех пор, пока сильна его вера. Так, так, так. Вот вы где. Стоять, хорошо. Хорошо, что у нас зелье усыпляющее было. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, забрать. Сейчас, мелкий, погоди, я тебя освобожу. Погоди, погоди, надо залутаться. Потому что у нас... Во, давай еще сделаем усыпляющую штуку. Я ж правильно иду, правильно? Или нет? Это он, что ли, дверь сделал? Да, и он ее откроет. А получив книгу Щенка Дерунов, Виталий сможет завершить конюрацию. И спасет нас от чумы. Адыгнем. Адлукам. Хорошо сказано. Вели, теперь слушай сюда. Мы с дружком служили в темнице Бастиона, и там развязывали еретика. Так, отлично. Храбрись сколько хочешь. Поверь, ты у нас запоешь, как и остальные. Ну, не дождусь. Так, прошли, да? Нормально? Ты ж нас не заметишь сзади? Не, сзади нас не заметили, отлично. Ну что, узнаешь? Напоминает о папочке. Не смей говорить о моем отце. О, правда? Вот как ты заговорил. Так, и кудой нам? Мне интересно, а их нужно мэкнуть или нет? За работу! Вы испоганили полы! Он в доспех! Надо что-то придумать! Мы эту мозаику несколько недель выкладывали. Да в жопу твою сраную мозаику! Открывай чертову дверь! Или сдохнешь, как твой старик! Я убью тебя, не сомневайся. Когда вспомню, как открыть эту дверь. Я убью тебя, лодочник! Ты уж не затягивай! Такой щелк. Что? До побачення. Ой, ё-моё, сколько вас тут, ребятушек. Сколько вас тут, ребятушечки мои хорошие. А тут крысок, крысок нету, да? Да, минус один. Да. Крысок тут нету.
Ё-моё. С этим-то я знаю, как справиться. Мне с этим бы как-то падлой разобраться. Так, хорошо. Давай вот так попробуем. Слышь, парниша, ты мне помочь не хочешь? Нет такого желания. Нет ли у тебя такого желания? Так, отстань, пожалуйста. Окей, ну тут либо переигрывать, либо переигрывать. По-другому тут никак. Потому что им все равно, я смотрю. Да. Потому что им реально все равно. Он в доспехах. Надо что-то придумать. Что? Что ты предлагаешь? Ага, я затупил, ребят, сори. Вон, наверное, чё. Я мечтал об этом целых 2 дня. Все казалось проще. Но спасибо. I'm Batman. Надо бежать, скоро придут другие стражники. Что это за дверь? Это особый заказ. Шедевр моего отца. Ты сможешь ее открыть? Было бы здорово. Эй, да! Стража! Это бы нам помогло. Придется немножко подождать. Не отвлекайся, я их задержу. Каким образом? Каким образом, малыха? Каким образом, падла ты... Хочешь их отвлечь, ты не можешь их делать как-то, ну ё-моё, ну что за серия такая? Он в доспехах. Он в доспехах. Надо что-то придумать. Да придумать надо. Об этом целых 2 дня. Не знаю, кто ты такая, но спасибо. Да я Бэтмен, мне уже говорил. Скоро придут другие стражники. Что это за дверь? Это особый заказ. Шедевр моего отца. Ты сможешь ее открыть? Было бы здорово. Эй, да! Блин, а нельзя мне дробовик дать, не? Помогло. Придется немножко подождать. Не отвлекайся, я их задержу. Нельзя ли дать нам дробовик вместо этой штуки? Не хочу тебя торопить, но они уже близко. Да. Мне кажется, начался пожар. Еще чуть-чуть. Сколько? Насколько чуть-чуть? Ну, давай, давай. Все, бежим! Бежим? Они подняли тревогу. Теперь нас так просто не отпустят. Блин, серия, наверное, уже часа полтора идет, да? Это придите остальных! Эй, ты знаешь, куда мы идем? Не думай, беги! Попадем в тупик, и нам конец! Мы вас проучим, гниды! Надо спрятаться! Не, давай лучше их замедлим. Вот я бегу и ловлю все на мысли, что я хочу нажать R-очку, перезарядить оружие. К сожалению, тут его нет. А это поможет? Должно помочь. Ладно, мы в подвале. Ну да, они никогда в жизни дверь не открывали. Да что такого особенного в этой чертовой книге? Она поможет спасти моего брата, пожалуйста. Я не знаю, где она. Я только знаю, что из-за нее запытали моего отца до смерти. И я убью их за это. Наших родителей они тоже убили. Попробуем выбраться отсюда. Ладно, а что с книгой? Сейчас все увидишь. Их тут очень много. Окей, давай. Это сейчас как в Индиана Джонсе с Гралем будет, да? Что их там в ящике 200 штук лежало, надо было выбрать один. Оу, еще библиотека. Под библиотекой? Ребят, мы таки нашли библиотеку, потому что Дэн достали библиотеку. Она обязана быть здесь. Я знаю только, что она в красной обложке. Смотри, наверху. Розы, видимо, это она. Придется лезть наверх. Так что я нас поздравляю. Можешь мне помочь? Ладно, ладно.
Любопытно. Полки словно указывают путь. Это твой путь к книге. Все просто. Так, а мы правильно делаем? Все? Кажется, я поторопился. Я останусь здесь для противовеса. А ты будешь говорить, за какой рычаг тянуть. Хорошо. Хорошо. Главное, свой рычаг. Не тяни. Так, куда нам надо? Куда нам надо? Ладно, пусть лежит. Так, терьяк какой-то мы нашли. И какой нам тянуть? Ну хорошо, давай, давай попробуем хорошо. Этот. Ну, что ты тянешь? Ага. Вот она что. Окей. Ты же сказал, что будешь противовесом. Я старался, все сломалось. Ладно, надо быть осторожнее. Ну, давай, ну двигайся, ну пожалуйста, ну игра. Она тупо не хочет его двигать, она застряет. Слышь, ты помочь не хочешь? Леди, не? У тебя нет такого желания. То как рычаг дергает, то он первый. А как помочь, то никого и не найдешь. Так, кстати, побежали. Меня зовут Амисия. А ты Родрик, верно? Ты много знаешь, Амисия. А кто вас нанял, чтобы сделать эту дверь? Монахи. Они немного рассказывали. Дверь придумал отец. Он же ее и сделал. А я был просто подмастерьем. Монахи, которые охраняли Сангвиниси Тенера? Так, Сангвиниси Тенера. Окей, побежали наверх. Давай. Так, держи, 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 держи. Все? Ну правильно ж? Здесь мы подожди. Правильно это все сделали. Давай! Сделаю. Так, еще чуть-чуть. Давай, отпускай. Амисия, отойди. Куда? Нет, стой. Да. Ага, ага, ага. И что делать, и куда идти? Так, алло. Алло, игра. Подскажи мне, что делать. Ну, давай еще раз подымай. Возможно, как вариант, мне нужно эту штуку, вот эту вот, задвинуть туда. Ну же, давай! Давай, 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 давай. Не покалечься там. Не покалечься, погоди. Что это? Так, забрали, отлично. Поехали. Возможно, если я сейчас подсуну, то оно не будет спускаться так сильно. Либо нет, не знаю. Ну, я на это надеюсь. Так, а ну. Пускай. Давай. Если это не любовь, не знаю, что и думать. Да, отлично. Ладно, пора заканчивать. Шикарно. Мы с вами просто смартфоны, я вам отвечаю. Так, побежали. Побежали, побежали. Ну. Теперь нам нужно вот эту, по-моему, штуку. Давай! Хорошо. Все, умничка. Отпускай. Хватит, подожди. Сделаю. Во. Теперь мы можем залезть и... Вот так.
Еще капельку. Что нам это дало? А, вот эта книжка. Отлично. Она у нас. Даже не верится. Поверь в это и давай двигаться. Они скоро будут здесь. Я знаю тебя, Амисия Друн. Мы давно наблюдаем за вами, за твоим семейством, ожидая пробуждения Макула в крови твоего брата. Вы росли у меня на глазах. Нет, у нас нет шансов. Маленькая дура. Что ты собираешься делать с этой книгой? Я спасу брата! Получив твоего брата и эту книгу, я спасу этот мир, Амисия. Сюда! Быстрей! Стража! Бегите! От своей крови не укроешься. Похоже, вы друг друга знаете. Он разрушил мою жизнь. Я знаю, как это бывает. Так, побежали. Ну, хоть книгу добыли, и то хорошо. Готово? Там будет очень жарко. Я всегда готова. Давай, Уси, да, готов. Идем, надо найти остальных. Куда они провалились? Здорово, мы их перебаламутили. Тише, нельзя рисковать книгой. Так, пошли. Пошли. Что-то мы вообще все прошляли. Тяжелый доспех, мы в ловушке. Он отвернулся. Я займусь им. Уверен? Да. Только подай сигнал. Родрик, вперед! Это тебе за отца. Чпоник. Часто ты этим занимаешься? Нет, но это мне начинает нравиться. Ну да, он же кузнец. Ты стой здесь. Там я дури хоть отбавляй. Объясни мне, что вообще творится. Он один. Но это твой. Ты заплатишь. Так, а мы пока полутаемся. Я вот заметил. Все сюда. Ничего не нашли? Тогда ищите дальше. Присядь. Тихо, все. Так, а куда вы идете, алло? Чего это он там разлегся? Я так и знал! Тихо! Сюда! Амисия! Сюда! Да ну ё-моё, шо такое? Шо за серия? Шо за серия возрождений? Алло, Юра. Чё так сложно? Ладно, пошли. Пошли попробуем еще раз. Меня. Ты стой здесь, а я посмотрю, что там творится. Объясни мне, что вообще творится. Он один. Но он увидит меня. Я могу его отвлечь. Так, давай я его отвлеку, а ты его мэкнешь. Чпоник. Этот шум. Что это было? Давай. Займись им. Можешь мне не повторять. Все, до побачення, хорошо. Отлично. Кажется, я маленько увлекся. Да ничего, нормально. Продолжай в том же духе. Ай, не нравится мне тут торчать без дела. Один если тебе идет. Мой тот, что в шлеме. Идет. Важно начать одновременно. Скажешь, как будешь готова. Так, мой тот, что в шлеме или его в шлеме? Разберешься с ним. Капец тебе. Отлично. Шикарно. Прекрасно. Не скоро этот тип подымется, уж поверь. Я думаю, что он вряд ли вообще подымется. Так, опасно это эти пуля, конечно. Все, отлично, побежали. Побежали. Скажи мне, что она видит наружу. Она видит наружу. Свежий воздух. Пожаром.
Вот дерьмо. О нет! Пожар! Неужели мы... Пожар-то растет! Великий инквизитор еще там? Мне почем знать? Сходи посмотри и скажи всем, чтоб валили оттуда! Отлично! Этим нужно воспользоваться. А? Ёбаные крысы! Вас тут только не хватало! Крысы и стражник. Что будем делать, Родрик? Подожди, когда они отвели меня в бастион для допроса, я видел, как их алхимики делали какую-то бодягу под названием Extinguis. Она тушит огонь. Я хотел приберечь на потом, но... Да ты ж... Вот, давай попробуем. Во. Чпоник. Тебе нужно попасть в огонь. Да я понял, я просто смотрю, что у нас с вами еще тут есть. Так. До побачення. Да, полезная. Все, пошли. Пусть крыски его нямает. Это не твоя вина. Думай о своей книге. Да, надо отсюда уходить. Я должна найти Хьюго. Я вот что думаю. Недоноски тут все запалили, чтобы драть под шумок. Ох, они и пожалеют, когда я их поймаю. Так, дай. И что нам тут делать? Может направить на него вот эту вот штуку? Как думаете? Ой, help me. Помоги. Все, хорошо. Так, вот, ребят. Так, здесь тоже забрать. А здесь как-то нам нужно пройти... Побежали. Мы пойдем прямо к огню. Другого в пути нет. Другого пути вот нет, что? Согласен. Ты весь горишь! Ты горишь! Блять! Нет! Эй, ты в порядке? Там еще кто остался? Да! Я хотел! Я думал! Ты там сущий я! Ну и где, спрашивается, подкрепление? Какого хера они делают? Два стражника. Нужно кого-то из них убрать с пути. Кого? Ага, давай этого. Стой. Камушек. Что там за звуки? Все, отлично. И... до побачення. Все, хорошо, молодец. Я один остался. Я думал, с ним будет больше проблем. И что теперь с этим делать? Так, а может плечь его просто? Этот звук. Он же оттуда, да? Да. Да-да-да, оттуда. Все, пошли. Нам обязательно нужно туда идти. Да. Поглубже вдохни. Уже жарко. Ах, твою же. Совсем ничего. Что? Повезло, что охранники тупые. Они здесь. Не думай о них. Не думаю. Бегу. Мне нужна помощь. Ну же, давай. Ну. Меня слышишь? Поднимайся. Давай. Беги. И там огонь. Отойди. Что ты делаешь? Открою ее. Родрик, ты в порядке? Беги, мы почти выбрались. Черт, налево. Жесть. Давай. Сюда, в